Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Нига, Фокси и Серега. Как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас сандбокс, называется Большой Город. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы будем записывать такую рубрику. Я буду бандитом, а все остальные 7 человек будут пытаться меня поймать. Если вы едете кушать, приятного аппетита. А я уже угнал такси. Как всегда, настроение классно. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. 7 против 1. Пишите, ребята, в комментах, за сколько времени приблизительно они меня поймают. Здорово. Кто-то грузовик свой бросил, здесь оставил. Блин, я понимаю, что мне легко будет поймать. А кто этот ехал и удалил машину? Так, отлично, я вырываюсь. Ой, я вижу, где ты. Так, я не знаю, где на этой карте спаун будет, поэтому я потом, если умру, рандомно заспаунюсь. Я как пьяный еду. Ого, тут по воде струячит. Псих, что ли? Он озеро, ребят, все на озеро. Да какое озеро? Не на озере, это речка. Так, едем. Ой, красиво в поворот входим. Но машина медленная. Я удивлен, что вы меня так долго ловите. Потому что я всегда в движении. Блин, меня кидают в разные стороны, почему? Так, отлично. Давайте сюда заедем. Тут, надеюсь, меня вообще никто не найдет. Отлично, сюда. Ищите возле домов вон где-то. Я буду видеть, я буду смотреть отсюда, всех видно. Так, стоим, просто статично стоим. Никто меня не увидит. Ого, автобус, Хаммер, полицейская машина. А я стою себе. Хаммер едет, вот это Хаммер струячит, неплохо. Я нашел. Где он? На холму. Вон он. Обманул. Еще одного обманем? Обманули. Так, он пока не заедет ко мне сюда. Блин, круто получается, мне нравится. Не могут одного челика на такси старинной машине поймать. Пацаны, я вас верю, у вас получится. Ой-ой-ой, слышу, как подвеска у тебя трещит. Спасибо. Попался. Ах, попался, но еще ж не поймали. Давайте, ребят. Да я гоню, не лезь, не... Отстань со своим камером. Кстати, смотри, нормально я еду. У меня нормальная скорость. Давай по воде. Блин, столб вонючий. Давай, едь. Все, поймали тебя. Да какой поймали? Нет, я должен постоять чуть-чуть. Чтоб я не мог двигаться, обездвижить полностью. Задним ходом, давай, ребята. Давай. Давайте, ребят, со всех сторон его надо зажать. О, сам... Блин, стоит. Говно. Давайте, закрываем все. Куда не давай. Ну озеро, вон он. Давай. Нажимай. Говно. Есть, я вырвался. Нет, ты не вырвался. Все, зажми. Нет, еще еду. Ого. Да пропусти, нет. Говно. Нет, ты арестован. Да какой, я стою еще, я ж не стою на месте. О! Говно! Да, молодец, давай еще! Стой, все, не двигай. Не получится у тебя, Димас. Зажал я тебя. Ну нафиг, я валю, прощайте. Отвалите. А, да. Молодец, красавчик. Так, ну что, ребята, теперь я беру машину чуть-чуть быстрее, но они могут теперь пробивать меня колеса. Вы готовы, пацаны? Так, ребята, я ставлю своего монстра. Какой это монстр? Так, увидишь. Надо очень быструю машину мне, ребята. Мне кажется, вот это... Кто-то. Я возле озера, сразу говорю, чтобы вы там не искали где-то далеко. У вас этот... Я вижу. Дракула. Я увидел его. На холме машина. Кэрри, на пулемете можно умереть. Я знаю. Не, я буду снайпер. А, ветер сделали, когда я еду. С открытым верхом. Ой, садись, это пулемет. Ты чё? Садись. Фокси. Кто там Фокси взял? Не знаю. А так погнали, дрифтунец. Так, он не видит, кажется. Вот это я лечу по городу. Никого нету, просто сам. А он вижу. Он сзади, сер. Только что приехал, кроме около вас белая. Красная, белая. Давай ты налево, мы прямо. О, эта машина дрифтует.
прогреваем пока, ребята, резину. Ничего не вижу просто. Ай-яй-яй, они уже там стреляют. Огонь. У-ху-ху-ху. Вовремя я спетлял оттуда. Так, срезаем тут. Он налево наваливаем. Поехал, ребят. Короче, давайте налево все идем. Струя, чем струя. Отлично. Ой, пулемет сломал. Достачка анархию строила. Ну чё, давайте, стреляйте по мне, где вы? Поймай, если сможешь. Я вижу. Та! Слабак. Пули рядом свистят, но нет. Не получ... Нет, не пробили. Ну попали. Опа, пробили уже одно колесо. Надо сваливать, короче. Разворачиваемся. Эй, ты чё летаешь там? Ну давай, на бордюр с пробитым колесом. Так, с одной стороны пробили два колеса, машина вообще боком едет. А, еще одно заднее пробили. Димас, короче, мы едем за тобой. Давай, давай. Машина уже горит, но я еду. На, со снайперки кто-то фигачит. На. Так, ладно, взорвал машину. Ну, по сути, не по-честному. Слышу вертик, давайте, берите любой транспорт. Сейчас сделаем жесткую гонку. Так, чтобы вообще мне было очень тяжело. Максимальный уровень сложности, пацаны. Кроме атомки, все можно использовать. Давай, Серега, погнали. Это ты, Димас? Я на белой машине. Вали его. Огонь. Это я. А, это не... На белой машине. А, ну значит тебя можно как угодно, да, валить? Значит? Кроме атомной бомбы. Хорошо. Тогда я знаю, что я сделаю. Только сейчас пистолет возьмет админский и убьет сразу. Не-не-не-не. Так, чтобы было как-то по красоте, я там уклонялся. Ща увидишь сюрприз. Я думал, будет жестче, вы как-то слабо мне валите. Или знаешь, в чем смысл? Карту большую взял. Я исправлю в следующий раз. Я возьму меньше карту. Димас, ты где? Я на хаммере еду. Там меня челик расстреливает, как кусок говна. Я у... Бум! Понял, хорошо, есть такая буква. А как насчет такой машины? Увидишь Димаса, вали по нему. Димас, ты в какой машине? В белой. Это ты проехал тут? Да, 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 да. Сейчас увидишь хаммер. Ах ты, блин. Что это за хаммер имбовый? Сам говорю, Люху. А тебе не кажется чересчур? Нормально. Тогда я уеду чуть-чуть. Все, давай, можешь гасить. А где ты? Огонь по нему. Я. Вот он, под носом у тебя. Блин, ДТП. Огонь! Ух ты, жестко! Извини. Ну все, можете по мне стрелять. Так, все, ищем Димас. Лагин. А, бесполезно. Ищем. Нашел. Где он? На полянке какой-то. Так, где эта полянка? Я не знаю, он уехал к озеру. Ты на танке? Нет, я на самолете. А кто на танке? Вон ездит к озеру, да. Нет, он тут. А, все, озеро. Я вижу где-то. Я еду. Не самолет. Блин, пробили все колеса 4. Как? Офигеть, струячим. Ну что, пацаны, что-то вы слабые. Блин, машина вообще не управляет. Вы слабые? Ой, сейчас ты увидишь, где ли хаммер будет. Какой-то додик по мне с пистолета стреляет. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Я стреляю по нему.
Я вас потерял. Да. Пацаны. В честь Нового года я вам салюты делаю. Нет, не позволь. А это не сильные, это не сильные бомбы. Ребят, валим, 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 валим. Бьем новую мою тачку. Слабенько, да, типа? Слабенько? Да. Нифига себе слабенько. Хочешь покажу? Я свой силу. А что ты хочешь похвастаться? Ты сильнее можешь? Я сильнее могу. Нет. Я покажу тебе, что такое слабенько, ё-моё. Покажи. Я тебе не верю. Ого. Отец, это чёрная дырочка. Помогите. А вот теперь мясо. Ой-ой-ой. Да нормально, пацаны, пойдет? Нормально. И друзья, ну что ж, если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.